Слушай, пап, а правда, что на Кавказе жених узнает, кто его невеста, только после свадьбы? Вот ты удивил меня! Это везде так, сынок! Зайда, не обижайся ты на меня. Чего ты, ну, нашла из-за чего обижаться? Я не обижаюсь. Да не повторится больше такого. Угу. Продам ей тут PlayStation. Кому она нужна, то твоя PlayStation? Да купит, Наташа, купит. Сейчас объявление дам и продам. Угу. Попробуй. Ты, кстати, это, футболку мою любимую не видела? Видела. Да, с мужиками хоть посидеть. На швабре забери. Елочки пушистые. Свободен. Ты кушать-то будешь? Что сидишь, чай пьешь? Буду. Я не понимаю, Наташа. На ту неделю только зарплата была. И чего? Да копейки остались уже. Куда деньги-то уходят? Я не знаю, куда они уходят. Ну? Да ты же знаешь, я всегда трачу только на нужды семьи. Ничего лишнего я не покупаю. В смысле ничего лишнего? Вчера помаду дорогущую купила. Позавчера тушь. Ну, а блузка новая? Ну, знаешь, как, зачем? Да, да все правильно, дорогой. А что ты хотел? Семья нуждается в красивой и ухоженной женщине.